Между выделением лимитов и заключением контрактов прошло полгода, а до конца отчетного периода в Северо-Ивенске могут так и не завершиться работы по строительству и ремонту домов, соцобъектов, детских площадок и памятников. Губернатор Сергей Носов провел заседание регионального правительства, на котором ответственные за социально-экономическое развитие Северо-Ивенского городского округа отчитались о текущих результатах по реализации запланированных мероприятий. Оказалось, что большинство из них не выполнены. Я предупреждал, есть организаторы. Это район и второе, значит, правительство. Вы в правительстве определите? Определим. Ответственно. Определим. Назовите. Вы вместе с коллективом мне представьте объяснительный, почему будет сорвано план. Понятно. Не будет сделано 18 квартир. В Северо-Ивенске в этом году планировалось отремонтировать 18 квартир. На это из региональной казны выделено более 20 миллионов рублей. По словам специалистов, к концу года в порядок приведут лишь 7 квартир. В ходе заседания губернаторам дано поручение собрать рабочую группу и направить в Северо-Ивенский городской округ для личного контроля выполняемых работ.